Наш земляк и бывший ученик школы номер 2 Святослав Меньков был призван в ряды российской армии 20 июня 2019 года. Он проходил службу в танковых войсках в Хабаровском крае. После окончания срочной службы продолжил служить по контракту. В апреле Святослав героически погиб в ходе специальной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина рядовой удостоен ордена мужества посмертно. Глава района Юрий Вязов отметил, что такая государственная награда является высшей для военнослужащих. Святослав ушел из жизни молодым и останется все время молодым в памяти всех нас, это безусловно, потому что и школа не забудет, и город не забудет, и область не забудет, и его, и таких ребят, которые там воюют, выполняют очень важные задачи. Ранее орденом мужества посмертно был награжден Артем Осипов. Он так же, как и Святослав, принимал участие в спецоперации на территории Украины. В память о погибших земляках, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, была объявлена минута молчания. А после для учеников школы провели урок мужества.